Помочь природе можно, поучаствовав в экологическом фестивале «Соланы-2017». 2 года подряд фестиваль проходил в Алтайском крае, а теперь приехал и к нам. Он охватит 7 городов республики. Фестиваль «Соланы» организует благотворительный фонд «Система». Фестивали ежегодно проводятся в регионах, где присутствует группа компаний АФК-Система. Соланы в переводе с алтайского означает «радуга». В данном случае это радуга событий. Для детей благотворительный фонд «Система» с помощью бизнес-партнеров привезет книжно-музыкальный автобус «Бампер-рок», передвижной кукольный театр и фестиваль «Детский киномай», специальный гость которого – создатель «Ералаша» Борис Грачевский. На стене 9-й школы нарисуют граффити – подарок на память о фестивале. Макет согласовывали с главой Петрозаводска. Мы очень хотим, чтобы это был медведь, самый прекрасный и сильный. Она просто сказала, имейте в виду, эти медведицы с медвежатами у нас регулярно на улице. Занятия по душе найдут себе и взрослые. 2 недели в республике будут проходить литературные, актерские, вокальные мастер-классы, экологические акции, поэтические вечера, уличные выставки. В дар городам Карелии передадут книги, репродукции, гуманитарную помощь, в частности, 350 наборов первоклассника для малоимущих семей. Миссия фестиваля – все оставить максимально много, все ресурсы в республиках и довести эту программу до самых отдаленных городов. Фестиваль начнется 14 августа с открытия инженерно-конструкторской школы «Лифт в будущее». 19 августа организаторы приглашают горожан на экологический семейный праздник на Онежской набережной. Первый из республиканских городов Соланы будет принимать Сегежа. Подробную программу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Мария Валетова, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».